На моем видео о богине Анахи пишет Теймураз Кутивадзе. Женщина с мягким знаком навряд ли знает, кто такой Карл Маркс. Тем более его знаменитый труд. А то не была бы такой смелой в своих суждениях. Теймуразико, ты знаешь, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не один и тот же человек. Если у кого-то есть что-то, это не означает, что автоматом и второй становится автором этих слов. У Маркса ничего нет про армян. Именно то, что ты имеешь в виду, есть, конечно, про армян, но в связи с турками. А про то, что ты имеешь в виду, этого нет. Это есть у Энгельса. А теперь посмотрим, что пишет Энгельс, которого ты принял за Маркса. Цитата. Теймуразика, слушай внимательно, тутуцико. Цитата. Вавилонские женщины, слышишь, вавилонские женщины должны были раз в год отдаваться мужчинам в храме Мелитты. Другие народы Передней Азии посылали своих девушек на целые годы в храм Анаитис, где они должны были предаваться свободной любви со своими избранниками, прежде чем получить право на вступление в брак. Подобные обычаи, облеченные в религиозную оболочку, свойственны почти всем азиатским народам, живущим между Средиземноморьем и Гангом. Видишь, что тут сикал? Ничего про армянок здесь нету, тутуцико. Здесь есть про вавилонских женщин, которых посылали. У нас в летописях, у нас в рукописях ничего подобного нет. Для нас храм Анахит – это храм целомудрия, богини целомудрия, богини мудрости и богини здоровья. Но судя по Энгельсу, а не Марксу, судя по словам Энгельса, получается, что армянские мужчины уже тогда нашли метод, как эксплуатировать других девочек. И другие народы посылали своих девушек к армянским мужчинам для свободных любовных отношений до своего вступления в брак. Понятно? Армянские мужчины еще тогда знали, как использовать ваших девиц. Хотя сомневаюсь, что ваших, потому что вас тогда не существовало. Так что да, не ваших. Не будем наговаривать на ваших девочек, ни ваших, ни вас, ни азербайджанок тогда не существовало. Поэтому, когда Энгельс пишет, другие народы Передней Азии посылали в храм Анаит, другие народы, имеется в виду совершенно другие народы, которые существовали тогда. И вот тогда армянские мужчины, а вот здесь хайтага мартик, если не чере каре, мед глхинек бере хима и сах.